здесь кострами синие ночи мы. Юный и смелый, дружный, гордою будем, готовы к труду и бою будем, примером борьбы и трудов всегда готов. Будь всегда готов. Будь всегда готов. Слышу голос из прекрасного далёка. Голос утренний в серебряной росе. Слышу голос и манящая дорога. Кружит голову, как в детстве карусель. Прекрасно и далеко, не будь ко мне жестоко, не будь ко мне жестоко, жестоко и рок. От чистого зовет меня в чудесные края. Слышу голос, голос спрашивает строго: а сегодня что для завтра сделал я? Прекрасно и далеко, не будь ко мне жестоко, не будь ко мне жестоко, жестоко и рок. От чистого истока прекрасно. Я клянусь, что стану чище и добрее, и в беде не брошу друга никогда. Слышу голос и спешу на зов скорее. Мы сами навигатор делаем. Я думаю, на, сидят. Оказывается, там еще ну, как ну, я а здесь как-то раз я настраивалась, что это будет долго. Наверное, из этого не будет. Ого. Да. Она. Это наша база. Это база лагеря преображения. Это наша база. Можете развернуться, сфотографироваться, чтобы вы у нас были. Давайте я вас кого-нибудь так щелкну. Мне еще рано сходить. Да, проводит мне военную подготовку. Вот здесь для тир для лука.
Я выкуплю, я не выкуплю. Ну, да, женщины, да, они поближе стреляют. Здесь арбалетный кир. Кис. Кис. Здравствуйте. Тут они разные бывают. Там собранный лежит. Сборный. Вот арбалет тактик. Сейчас, пожалуйста, мы вам покажем все, поможем. Научим стрелять из арбалета, потому что стреляет из разных оружий, кроме арбалета. Стрела летит 100 метров, 100 метров, она опасная. Поэтому надо... Это не промахиваться. Не промахиваться. Искать будем долго. И пневматика, вот обычная пневматика. Вот там лежит пневматика для кабана, видите, вот она с оптикой уже. Но это пневматика. Маленькими пунктами, потому что сами боевые нам никто не разрешит. Вот, пойдемте посмотрим на наш шатер. Но наш бронепоезд стоит на запасном пути. Далек. Здравствуйте. Здравствуйте. Это патрульный профессионал из Киева. Ой, из Питера. Вот так. Взял за тетиву пальчиками двумя. Силой натягиваю. Щелчок, и предохранитель сработал. Он закрылся, он не открывается. Ручку можно держать так, как автоматную. Можно держать так, как винтовку. Здесь прицел. Круг большой, маленький, маленький, еще меньше. Вот на таком расстоянии мы стреляем. В центре мишени стоит крестик. Мы на него наводим большой круг. Желательно это делать, конечно, с упора. Так вот поставили. Ну, мужчина можно повыше вот так, женщина пониже. Цели, в смысле, круг поставили на крест. Я сейчас выведу. Вот так вот. И все, и спускаем. Стрела, видите, вот она, одно перо цветное, вниз. Вниз. Так, ставили, вот видите, держатель. Щелкнули, все. Называется уже болт. Готово. Да, правильно, болт. Арбалетный болт. Олег, давай. Покажем. Вот это шесток, он еще не закончен, потому что мы делаем для того лагеря, который будет здесь, приедут ребята, и они должны, конечно, знать и видеть, что построить шалаш в лесу, он может быть из веток, из одеял, из мы пленкой закроем, это будет уже до осени, можно жить спокойно здесь. Когда топишь этот камин, жар до долины сильный идет, здесь спать в любом случае тепло. Закрыл там, низ, в смысле, соответственно, закрывается по-другому немножко. Поставил чурбаки вот такие вертикально, 2-3 чурбака. И всю ночь в этом шатре очень тепло. Шесток заливается глиной. Здесь ставится, ну мы еще не успели поставить, просто теоретически вам объясню. Такая-то сосновая палка. Елка растет вот так, береза растет вот так. Сосна растет перпендикулярно. Сосновую палку втыкаешь, здесь вот сучок, ага. Повешал чайник, так вот, повернул, чайник в огне, ага, понял, висит, понял. На крючке, ага. Повернул, чайник здесь. Ага. И вот такие маленькие тонкости, что можно спокойно выживать в лесу, потому что такие действия, как вот ведет, допустим, наши республики, Донецкая, Луганская, мы не можем. Но спокойно можем находиться вот, в любом случае. 4.24. Вот это риска 4.4. Вот это вот. Отойди, пожалуйста. Вот. 4 часа, вот она пошла сюда, да. Получается пол сфермата, да? Ну, здесь палка пока такая еще стоит. Это пока еще я вывожу его. Рисовал сиделка, пока вот тут позвонили. Посмотрите, вот печка такая. У любого ручья. Если вы будете копать любого ручья на полметра, вы найдете глину. В землю втыкаете просто ветки. Вот такие ветки навтыкали, переплели чуть раз, два, как плетень. Там 2-3 слоя переплели. И с двух сторон так обмазали глиной. Сюда дрова подкладываешь. Ребята сейчас сожгут, покажут. Вечером очень хорошо. Видите, вот вес такой, что вот он спокойно выдерживает. 90 килограмм выдерживает такая печка. То есть он уже обожженный получается. Да, он горит, когда он горит, он сжигается, да, сам. Она без песка, без всего, чистая глина. Просто добавляем вот такую немножко сухую траву для вязки. Вот они научились, сами сделали ее. Сами готовим. Сейчас это солнечные часы, но они закончились.